сказки доброго волшебника. Сказка про мальчика Сеню, про добрую корову Маню и про чудо. Жил да был в одной деревне, что за дальнюю горой, синеглазый мальчик Сеня. Жил он с мамой и сестрой. Папы не было у Сени, точно как и у сестры. И дарили в дни рождения им воздушные шары. Мама детям говорила, что их папа был пилот, что она его любила. Но уже который год он летает, будто птица, за неведомым бугром и не может приземлиться на родной аэродром. Мать работала дояркой, дети пили молоко, и светился рогом ярким полумесяц высоко. Хоть и денег не хватало, да и мир, как конь гнедой, но душа в ночи пылала самой светлой мечтой. И в мечтаниях у Сени тайна дивная жила. Как-то раз, порой весенний, в час, когда заря цвела, он увидел, что у Мани, у коровы пегой той, рог блестит один, хрустальный или даже золотой. Сразу понял мудрый мальчик, что такое неспроста. И корова эта, значит, и волшебна, и чиста, и посланница, возможно, неизведанных небес, что пришла с подмогой Божьей, чтобы натворить чудес. Как-то в ночь, пока все спали, ноги Сеню увлекли, нет, не в сказочные дали, что на том краю земли, в мир молочного хозяйства, или, проще говоря, в хлев, где ночью из начальства, нет, не три богатыря, а бабка Нюра, сторожиха, да ее блохастый кот. Вот прокрался Сеня тихо к стойлу, звездный небосвод, еле-еле освещая, сквозь окошко, сено, сток, светом будто бы играя, золотил коровий рог. Маня сладко почивала, и копна сухой травы ей служила одеялом и подушкой для головы. Мальчик вытащил веревку из-за пазухи своей, обмотал ей рог коровки, чтобы дернуть посильней. Но услышал вдруг: «Не нужно, Сеня, рог мой отрывать. Ты ведь мальчик-то послушный, должен старших уважать». Испугался жутко Сеня и попятился назад. Неужели в ночное время все коровы говорят? «Я хотел подарок маме», с дрожью Сеня пробубнил, и прощения у Мани непременно попросил. «Хорошо», — сказала Маня, — «отыщи смешной цветок, что растет за старой баней, да вплети его в венок из ромашек длинноствольных, расселенных по полям. Принеси венок тот в стойло, а потом увидишь сам». Так и сделал мальчик Сеня. Отыскал смешной цветок, его в одно мгновение вплел в ромашковый венок. Все успел он до рассвета. Мир дремал, цвела сирень. «А теперь веночек этот на рога мои надень», прошептала тихо Маня. Сеня так и поступил. Содрогнулось мироздание. Кто-то где-то возопил. Что-то ярко засверкало, ослепило, а потом перед мальчиком предстала не рогастая с хвостом, а прекрасная принцесса. В сарафане из цветов, с ароматами из леса, в окружении мотыльков. «Ничего себе! Ты фея!» — удивился мальчуган. «Да, взгляни чуть-чуть левее на небесный океан. Видишь, там Кассиопея, что похоже на рога. Я оттуда!» И робея, Сеня сел к ее ногам. «Значит, ты из другой планеты?» — он спросил. Она в ответ: «Может быть, но суть не в этом. Главное, что мой секрет ты сберег, не проболтался. А не то меня бы вмиг злой колдун пустил на мясо. Он ведь жуткий,
озорник. И, расчувствовавшись в волю, повела принцесса сказ про свою смешную долю под потоки слез из глаз. Этот случай приключился 300 лет тому назад. Злой колдун в меня влюбился. Был он страшен и пузат. Я, конечно, отказалась стать женой колдуна. Убежала и скрывалась, и жила 100 лет одна, и уж стала забываться. Но нашел меня злодей, и, решив поиздеваться, подлой магией своей превратил в корову тут же. И сказал коварный гад: «Коль не стал твоим я мужем, так пущай тебя доят, вплоть до той поры, пока ты не умрешь среди коров от судьбы своей рогатой и от бешеных быков. Лишь одно тебе поможет победить заклятие рог: отыскать того, кто сможет для тебя сплести венок из ромашек самых диких, что ютятся по полям, и цветочек эвридики принесет к твоим рогам». А когда я замычала, засмеялся лишь в ответ этот злой воображала. С той поры все 200 лет я ждала, как избавление от мучительной судьбы, и только смерти. Но спасение Бог послал мне за мольбы. Хорошо, что ты помог мне, мальчик Сеня. Ты, герой, никогда теперь не смолкнет. Счастье, звон и пир горой. И теперь все, что захочешь, не проси, а требуй ты. Я любые, между прочим, исполнять могу мечты. «Мне-то многого не надо», — отвечал герой-малец. «Только чтобы к маме папа возвратился, наконец, чтобы избавились от злобы все злодеи-колдуны, ну и, если можно, чтобы в мире не было войны». Еще пуще зарыдала фея, выслушав мальца. Да, могла она немало, но волшебного кольца, к сожалению, в кармане не нащупала, а так вся цена ее стараниям выходила на пятак. Наконец, поняв, что делу тут слезами не помочь, фея все-таки сумела свои чувства превозмочь. «Ладно», — слух она сказала, — «будет все, как пожелал. Только нужно для начала, чтоб кольцо ты отыскал. То кольцо я обронила на лужайке, где паслась. В нем магическая сила и космическая связь». Вновь подался мальчик Сеня по нелегкому пути. И любые приключения с ним могли произойти. Вот пришел он на лужайку, запустил в траву лицо, и похожее на гайку восьмигранное кольцо с камнем красным, как редиска, стал тихонько призывать: «Эй, колечко, покажись-ка, помоги себя сыскать». На востоке заолело, солнце луч заполз в траву, и колечко заблестело не во сне, а наяву. Мальчик взял его в ладошку, и случилось волшебство. Будто кто-то звездной крошкой брызнул прямо из него. Искры яркие забили фейерверком там и тут, и всю землю осветили, словно праздничный салют. Сеня кепку снял с затылка и кольцо под ней укрыл, чтобы так искристо пылко звездный камень не светил. Снова, сделавшись обычным, погрузился мир во мрак. Только где-то неприлично растрепался хор собак, в полусне почуяв что-то. Да разбуженный скворец проскворчал 1-2 ноты, как простуженный певец. Сеня кинулся в коровник. Надо было поспешать, а не то возьмет половник поутру, проснувшись мать, да отлупит с огорчения удалого молодца за ночные похождения, как простого сорванца. И, казалось бы, так близок счастье трепетного луч. Но беда, что злая крыса из навозных жутких куч любит, выскочив не кстати, свой порядок навести. Вдруг какой-то толстый дядя встал у Сени на пути. «Здравствуй, Сеня! Я твой папа!» — дядя тот заговорил. «Как от ведьмы я удрапал, так к тебе и поспешил. Поскорей хотел увидеть и обнять тебя, сынок». Сеня от таких событий слова вымолвить не мог.
Толстый дядя, если честно, неприятен был до слез. Было видно, он не местный, как картошка, толстый нос, рот кривой, живот, как мячик, галстук бабочкой, берет. Ну и глазки просячи завершали весь портрет. «Папа мой», — промолвил Сеня, — «в самолете, за горой. Вы же, дядя, без сомнения, совершенно не герой. Если даже вы взлетите, вас уронит самолет. Вы же весите, простите, как столетний бегемот». Дядя мило улыбнулся, не обидевшись ничуть. «Оттого я так надулся, что нелегок был мой путь. Как-то ночью пролетал я мимо леса одного. Ведьма хитрая и злая в нем жила, скорее всего. Колдовством каким-то злачным был охвачен мой полет. И свалился неудачно прямо в лес мой самолет. Между двух высоких сосен, зацепившись, он повис. А внизу стояли лоси. То от ведьмы был сюрприз. Уцелел я, слава богу, но колдунья сгоряча завлекла меня в берлогу, где медведь меня, рыча, встретив как родного брата, стал так крепко обнимать, что душа была бы рада. Через пятки убежать было страшно у медведя, но еще страшнее потом. Прискакала злая ведьма на трухлявом пне верхом. И узрев, что я снаружи был красив, как Аполлон, порешила ведьма тут же, что я должен стать смешон, толст и всячески уродлив. И, связав меня всего, раскормила гоголь-моголем. Вот такое колдовство испытать пришлось мне, Сеня. Но сбежал, и вот я здесь. Так прими из уважения ты меня таким, как есть. И настолько тяжким вздохом завершил толстяк рассказ, что мальчонке стало плохо, слезы хлынули из глаз. Очень жалко дядю стало, вдруг он правду говорит, и под этой тонной сала тощий папа где-то скрыт. Лишь одно помочь сумеет сбить оковы колдовства. Это сказочная фея, королева волшебства, снова молвил дядя, плача. Только где ее найти? Ведь ее, возможно, прячут или держат в заперти. Я, сказал наивно Сеня, знаю, где ее искать. И для вашего спасения путь могу вам указать. Правда, злой колдун безбожно ей все нервы истрепал. Но поможет ей, возможно, то кольцо, что я сыскал. Так обрадовался дядя этой новости, что вмиг чуть от радости не спятил. И сказал он напрямик: «А уверен ты, мой мальчик, что колечко волшебство принесет нам всем удачу? Покажи-ка мне его. Я, хотя и не всезнайка, но могу определить, не похоже ли на гайку. Если да, то, может быть, это то кольцо злой ведьмы, безобразно озорной, что почти десятилетия издевалась надо мной». Сеня кепку снял с затылка. Лучезарное кольцо засверкало очень пылко. Прямо дяденьке в лицо. «Да, то самое колечко», — молвил дядя, щуря глаз. «Жаром пышет, будто свечка, краснопламенный алмаз». «Что ж, веди меня скорее, мой великий юный друг, к той волшебно-чудной фее, и исцелять пора недуг». И пошли они в коровник. Сеня топал впереди, а толстяк, топча терновник, ковылял чуть позади. Вот и стоило феи мани. Заждалась она мальца, чтобы ощутить в кармане вновь могущество кольца. «Маня, то кольцо нашел я», — объявил спеша малец. «И взгляни, кого привел я. Это мой родной отец!» Испугалась страшно фея, увидав того отца. «Не отец твой, это Сеня!» Осекла она мальца. «Это тот колдун ужасный, что меня заколдовал. Убегай, чтоб камень красный этот тип не отобрал!»
«Стой, сынок! Послушай папу!» — крикнул папа в свой черед. «Это ведьма злая баба, и она все нагло врет, ох и хитрая подруга! С виду ангел во плоти внутри, большая злюка с аллигатором в груди!» И пошла борьба, не кстати, между разногласных сил. Фея бросила на дядю взгляд, и взгляд чуть не убил. Дядя тоже был серьезным колдуном. Он сделал жест, и влетевший в стойло воздух прямо в кудри феи влез. И, подняв ее над стогом, как пропеллер, стал вертеть. Но воскликнул голос строгий. «Ну-ка, хватит тут шуметь!» Это бабка сторожит, что проснулась наконец. На метле влетела лихо, и пришел борьбе конец. «Слушай, Сеня!» Баба Нюра, приземлившись, начала говорить с улыбкой хмурой. «Я давно тебя ждала, чтобы ты помог мне, братец, отыскать страну чудес. Кстати, этот толстый дядя, он совсем не твой отец. Он отец коровы этой, да, обыкновенный бык, что однажды звездным летом тайны магии постиг, превратившись в человек. Бродит этот баламут и дурачит век за веком всех людей то там, то тут». «Врешь, нелепая старуха!» — толстый дядя закричал. Ну и сию секунду в ухо он от мани схлопотал. «Хватит, папа! Так и знала, что не выйдет избежать грандиозного скандала, признаваясь, что скрывать». «Ладно, так и быть», — промолвил толстый дядя, хмуря бровь. «Как-то раз в хлеву коровьем разгорелась вдруг любовь между мною и моею, в общем, будущей женой. Так на свет явилась фея в летний тихий выходной. Но, как выяснилось позже, та коровушка была на корову лишь похожа. Да, была она мила, и рогата, и пятниста, и с кокетливым хвостом. Не корова, а актриса. Но, увы, при всем при том, заколдованная ведьма. И моя ли в том вина, что не смог предусмотреть я, кем окажется она. Как-то раз той самой ночью я никак не мог уснуть. Убедился я воочию, с кем связал свой грешный путь. Вместо той, в кого влюблен я, был всем сердцем и душой, ведьма под луною полной танцевала нагишом. Я расстроился, конечно, даже сделался больным и казался безутешным мне весь мир, что был родным. Так прошло почти все лето. И колдунья поняла, неспроста случилось это. И 30-го числа ровно в полночь приключилось нечто странное со мной. Тело бычье превратилось в человечье под луной. «Дядя, что же было дальше?» Сеня с трепетом спросил, вмиг, когда умолк рассказчик, точно выбившись из сил от своих воспоминаний. «Дальше?» — дядя простонал. «Было время испытаний и холодная луна. Обезумел я с досады и куда глядят глаза убежал, сломав ограду, будто ветер в паруса. В спину дул мне злющий ужас. Впереди пустынный дол, а всего, признаюсь, хуже было то, что я был гол, и наряд мой непривычный в отражении ручья был такой несимпатичный, что терял сознание я». Замолчал рассказчик толстый, и у всех, кто был в хлеву, на глазах блеснули слезы. Все поверили в молву. В эту самую минуту вдруг откуда-то извне, а точнее из ниоткуда, на трухлявом чудо-пне прискакал старушон и сказал: «Всем привет! Раскричались вы так громко, что спустя десятки лет я проснулась и так рада наконец увидеть вас. И пусть я теперь горбата, и косит мой левый глаз, но надеюсь, что вы тоже видите счастливы меня. Как-никак мы с вами все же очень близкая родня». «Мама!» — Маня закричала. «Ты ли это столько лет? А тебе, мыча, скучала я, кляня весь белый свет, всю траву себе жевала, созерцая гладь и тишь, и, увы, совсем не знала, что ты рядом где-то спишь». На старушку, нервно глядя и не зная, что сказать, сел в корыто толстый дядя и тихонько стал икать. А когда она
сверкнула правым глазом на него. Ветром чуть его не сдуло. Подлетев как мяч, легко дядя бросился к ограде. Ведьма кинулась за ним, и в любой момент от дяди мог остаться горький дым. Но, увидев мельком Ксеню, к Ксене дядя подскочил, и с него без разрешения кепку он с колечком сбил. Получив волшебный камень, дядя сразу осмелел и коварной старой даме успокоиться велел. «А не то, — сказал он, — знаешь, поверну кольцо разок, и как снег весной растаешь, и водой уйдешь в песок». «Ах ты, жуткое создание! — прохрипела ведьма, злясь. — Полюбуйся, дочка Маня, твой отец какой карась! Говорил тогда, что любит, а теперь огнем грозит, а лишь прям не знает глупый, что он сам себе вредит». И, взмахнув рукой костлявой, захотела превратить ведьма дядю в пень трухлявый. Дядя, проявляя прыть, от себя ее заклятие изловчился оттолкнуть, и кольцо вдруг, спрыгнув с пальца, отскочило ведьме в грудь. Затряслась старуха, словно током стукнула ее, ну а с ней и весь коровник, и всю землю затрясло. Испугался очень мальчик, вдруг земля покинет ось, и как легкий одуванчик его сердце затряслось. Исказился мир реальный, испарился хлеб, как сон, словно был из театральных декораций сделан он. Смотрит Сеня и не верит. Это что за колдовство? Будто где-то в стратосфере очутился мир его. Сверху звезды и кометы, и космический туман. Снизу синяя планета, бесконечный океан. Рядом дядя, ведьма, фея, баба Нюра на метле. И блестит Кассиопея еще ярче в тихой мгле. Чудо вышло с ведьмой страшной. Вмиг, когда в нее кольцо угодило, стало краше и добрей ее лицо. Взор светлее, фигура тоньше, от горба простыл и след. Да и вся она моложе стала на десятки лет. «Вот, — сказала сторожиха, — полюбуйтесь, чудаки, как порой иная прихоть изменяет ход реки, что зовется постоянством. Здесь как будто растеклись реки времени в пространство и связали смерть и жизнь. Посмотрели друг на друга, жертвы сказочных чудес, и немыслимая мука от того, что мир исчез, просочилась тут в их совесть. Захотелось все вернуть, но пустая невесомость не давала шаг шагнуть. Дядя, как воздушный шарик, мимо Мани пролетал, и ногами тщетно шаря сам себя не ощущал. Ведьма дергала руками, но, увы, от дерзких сил, что таились в ней веками, только смех один и был. В этот миг увидел Сеня, что волшебное кольцо оказалось на мгновение у него перед лицом. Протянул к нему он ручку, взял, на палец свой надел, и, собрав всю волю в кучку, мир назад вернуть велел. И колечко заискрилось, и потухло тут же вдруг. Чудо вовсе не случилось. «Не пугайся, юный друг», — баба Нюра успокоить поспешила молодца. «Хоть устройство дорогое, а в механизме у кольца, а сломаться тоже может. Значит, надо починить. Хорошо, что есть калоши у меня, чтобы ходить по вселенной. Но малы мне они, тебе как раз. Пусть послужат, как в былые времена. Спасай всех нас». Вот надел малец калоши и пошел сквозь пустоту. И волшебные подошвы удлинили на версту каждый маленький шажочек, а большой на целых 5. И боялся, между прочим, Сеня звезды посшивать. «Как достигнешь до предела тьмы вселенской, тормози, там ты гриб увидишь белый, у него совет спроси, как колечко нам наладить. Говорят, он не дурак, и за труд свой очень кстати может взять всего 5.
наставляла ведьма Сеню. «И еще не забывай, как придет рассвет в деревню, всем нам будет ай-яй-яй!» «Вот тебе клубочек ниток!» — маня кинула во след. «Не теряй его из виду и до встречи на земле!» Сколько путь продлился Сенин, неизвестно никому, ведь космическое время не подвластное уму. Но одно вполне известно. Мальчик Сеня шел меж звезд смело, доблестно и честно, даже будто бы подрос. Часто мальчику встречались формы жизни неземной. Пару раз чуть не поймали, налетев толпой чудной, распрекрасные калоши, вот что мальчика спасло. Скорость оказалась больше, чем у ихних НЛО. Наконец, малец добрался до конца вселенской тьмы. Видит надпись «Здесь был Вася». А под ней, как снег зимы, хрупкий, белый и пушистый, гриб растет из-под звезды. И глаза его лучисты, добродушны и просты. «Здравствуй, Синя! Я все знаю!» Гриб уверенно сказал. «Но за так не помогаю. Кризис в космосе настал. И хотя я уважаю всяких маленьких людей, но, увы, все дорожает. Нынче такса 5 рублей. «Где же взять мне столько денег в этом космосе пустом?» — изумился мальчик Сеня, чуть не падая пластом. «Это надо же! 100 тысяч световых протопать лет, чтобы под конец услышать не совет, а полный бред!» «Ладно, ладно, не сердитесь», — согласился белый гриб. «Вы, мой друг, как храбрый витязь, заслужили статус VIP. Вот, держите, вам билетик, 3-е место, ряд 2, на спектакль «Отцы и дети» или на любой другой». Понял Сеня. К сожалению, гриб давно сошел с ума. И помочь найти решение ни за куш, ни задарма он не может. Что же делать? Где искать волшебный дар, чтоб колечко вновь сумело прекратить ночной кошмар? Вдруг, услышав звук знакомый, Сеня слух насторожил. Этот звук, когда был дома, поутру его будил. «Что же это?» — он кумекал. «Неужели? Точно он! Петушок прокукарекал! Может, это просто сон?» Он протер глаза 3 раза. Пятку мучила мозоль. «Нет, не сон. Понятно сразу. В снах не чувствуется боль». Только снова повторилось вдалеке «Кукареку!» И неведомая сила ожила в его мозгу. «Прочь, бессмысленная стая глупых дел и мутных бед!» — крикнул Сеня. «Сам я знаю, что реальность, а что нет. Хватит стряпать ахинею! Ишь, куда вы завели! Вот возьму и сам развею все, что сплетни наплели. Не позволю зло пророчить!» И достал он свой клубок. «Ну-ка, милый мой дружочек, шагом марш!» И со всех ног за клубочком сам помчался, как комета полетел. Из-под текста «Здесь был Вася» белый гриб во след глядел. Пролетая мимо Марса, и на Марсе увидал Сеня надпись «Здесь был Вася». Всюду Вася побывал. «Кто же этот самый Вася?» — недоумевал малец. «Исписал, обезобразил всю вселенную, шельмец!» Вдруг увидел Сеня сбоку неопознанный объект. На индийскую пирогу был похожим сей предмет. Подлетел поближе, смотрит — на пироге бегемот. Старый, но довольно бодрый, по течению плывет.
И куда же вы плывете? Удивился мальчуган. Надоело жить в болоте, отвечал гиппопотам. Захотелось не на шутку полетать по небесам. Взял тогда эту шлюпку, прицепил к ней паруса и помчался по вселенной. Ах, как сказочно светло это было и бесценно. Все искрилось и цвело. Я летал и наслаждался, и куда б ни залетал, всюду надпись. Здесь был Вася, я на память оставлял. Аж присвистнул мальчик Сеня. Значит, Вася, это вы? Да, признал без промедления бегемот. От головы до хвоста все это Вася. Мама с папой дали мне имя царское на счастье, чтобы жил я, как во сне. Так и было поначалу, но потом ушла весна, и тоскою одичалы стала жизнь моя полна. Но, конечно, повторяться ни к чему. Скажу одно, парусам моим порваться оказалось суждено. И, увы, уже 3 года я дрейфую здесь во тьме, и родимое болото в сладких грезах снится мне. Эх! И, вздохнув, не удержался, разрыдался бегемот. Бедный я, несчастный Вася. Васю мама дома ждет. Есть колечко непростое, добрый мальчик сообщил. Волшебство в нем неземное. Жаль, оно лишилось сил. Если б кто-нибудь наладил чудотворный механизм, можно было б пожелать и получить любой сюрприз. «Я давно не верю в сказки», — бегемот махнул рукой. «Сказки врут, сгущая краски, лишь бы им блеснуть строкой». «Вот оно!» — воскликнул мальчик и колечко показал. И надежда на удачу сразу вспыхнула в глазах у межзвездного скитальца. «Знаешь, мальчик, я бы мог в самом деле попытаться из колечка выжить толк. Я ведь чуть ли не профессор. Книжки умные читал. И с немалым интересом мир вселенной постигал». 2 секунды длилось дело. Был и вправду молодцом тот гиппопотам умелый. Вскрыл волшебное кольцо, аккуратно ноготочком, нежно камушек поддев, и тихонько над филечком что-то чиркнул кое-где. Засияло вновь колечко. «Принимай работу, брат!» — бегемот сказал сердечно. Сеня был ужасно рад. Наконец-то все вернется, и домой он попадет, где родимое оконце дарит солнечный восход. Сеня взял колечко в руку, тихо камню прошептал: «Сделай так, прошу как друга, чтобы мир на место встал, чтобы все домой вернулись, превратясь в самих себя, и друг другу улыбнулись, научившись жить, любя». И как только произнес он эту маленькую речь, оказался мир воссоздан, и исчез дамоклов меч. Снова хлев увидел Сеня, и корову Маню в нем, и жевала Маня сена, не печались ни о чем. «Ну и ну», — подумал мальчик, — «как и не было чудес. Только что все это значит? В чем таится интерес?» «Маня!» — он позвал корову. И ответила ему Маня как-то бестолково, непонятным словом. И, возможно, мог бы мудрый
мальчик Сеня сделать вид, что пригрезились и чудный бегемот, и глупый гриб, и волшебные калоши, и колдунья, и толстяк, и колечко это тоже всего-навсего пустяк. Но раздался грохот смачный, и ввалились разом в хлеб, с неба рухнув неудачно, бабнюра на метле, толстый дядя в старом фраке, ведьма и трухлявый пир. А за ними три собаки, два барана и олень. Кавардак поднялся дикий, все смешалось, как в грозу. Лай, мычание и крики, и, казалось, разнесут пух и прах коровник бедный, гости шумной гурьбой, и исчезнет он и след под бессмысленной борьбой. Но от бешеной шумихи, оторвавшись, наконец, поспешила сторожиха в угол, где стоял малец, и, вручив ему мешочек, пробурчала: «На, бери, в нем гостинец твой, дружочек, а точнее целых три». Свора бросилась на Сеню, чтоб мешочком завладеть, но пред ними, грозной тенью, как разбуженный медведь, вырос вдруг, невесть откуда, стопудовый бегемот. «Не позволю трогать друга. Кто рискнет, тот и поймет. Я шутить не нанимался. Откровенно вам скажу, растопчу. И здесь был Вася. Жирным шрифтом напишу». Отступила на три шага сумасшедшая толпа. Поубавилась отвага, закаталась губа. Баба Нюра умиленно оглядела весь пейзаж и неписанным каноном, пожелав развеять блажь, зашептала заклинание: «Вправо, влево, вверх и вниз, воскреси, душа, сознание, выйди, Кузя, кис-кис-кис». И как только баба Нюра прошептала кис-кис-кис, величавою фигурой всем предстал из-за кулис рыжий, драный и блохастый кот по прозвищу Кузьма. Он тащил во рту зубастом прялку крупную весьма. Лишь взмахнула сторожиха этой прялкою своей, сразу стало в стойле тихо, да и на планете всей. Бельетаж угомонился, разрядился антураж, и бесследно испарился каждый третий персонаж. Успокоились коровы, погрузившись в сладкий сон, предрассветный и здоровый. Засопели в унисон. И сказал с глубоким вздохом Сеня: «Что ж, пора домой. Все прошло, и слава Богу!» И, кивая головой, баба Нюра подмигнула, села снова на метлу и мгновенно упорхнула сквозь отверстие в углу, что само образовалось, и исчезла в тот же миг. Сеня чувствовал усталость. Сон его почти настиг. Посмотрев еще разочек на простой коровий рог, на сиреневый цветочек, что в ромашковый венок был вплетен так аккуратно, Сеня взял свой узелок и пошел домой обратно. Уж рассвет накрыл восток, солнце распростерло руки, чтобы все собой обнять и велениями науки тьму ночную разогнать. Сеня в дом вошел и сходу повалился на кровать. В эту пору на работу собираться стала мать. Подошла она к сыночку, смотрит, что за узелок. Кто же это темной ночкой в дом такое приволок? Развернула, а оттуда
Что еще за ерунда? Три огромных изумруда, как лягушки из пруда, поскакали, покатились, закружили карусель. И случилось. Дверь открылась и предстал во всей красе. Нет, не Мишка косолапый и не Северная аллея. Добрый дядя, Сенин папа, в дом вошел, как новый день. Растерялась мама Сени. Где ж летал ты столько лет? И пред нею на колени Сенин папа встал в ответ. Ты прости меня, родная, посмеялась надо мной, ведьма подлая и злая, что зовут в миру судьбой. Так глаза его сказали. И она все поняла. И душа, простив печали, стала радужно светла. А потом, к чему нам скромность? С черно-красной икрой, да на всю родную область закатили пир горой. Люди радостно галдели и кружили хоровод, облака под птичьи трели, украшая небосвод, тоже будто веселились. Баба Нюра без метлы, обрядясь в народном стиле, пела песни и псалмы. Кот Кузьма лежал на солнце, грея пузо и мечтал. В свете ласковых эмоций, видно, сказки сочинял. Ну а Сеня на лужайке, чуть в сторонке от всех дел, сквозь колечко в виде гайки, вновь на Манин рог глядел. Апрель-май 2016 год. Год записи 2018. Спасибо за внимание. С вами был Артур Арапов.